утро. Мама решила проветрить. Кот тут как-то любит гулять. Просто я Лиле сказала, наверное, не будем его носить на улицу, потому что потому что он с Узиком просится. Последний раз, когда его нашли, мы сказали, давай не будем. Чем меньше он гуляет на улице, тем он больше проводит дома, и как домашний кот, как бы, пускай будет. Потому что так он будет на улице проситься, будет убегать. И некому гулять. Она с Тузиком или гуляет. А тут говорит, нет, я буду с котом гулять 3-4 раза. Ага. Это будет мама гулять, а мне этого не надо. Пусть кот будет домашний. Что-то без всяких блох. Хотя мы все равно его обработали, уже говорят. Средством помыли. Еще надо таблеточки купить против паразитов от них. Выпить и Тузику, и коту. Надо еще купить лоток, наполнитель древесный этот. Там у хомячков тоже его поменять, насыпать. И куда-то там, кися, коту. Коту-то чаще там что, день меняешь, день-два меняешь лоток. А этим каждые 2 недели. У сирийских хомяков мы меняем каждую неделю. То есть 4 раза в месяц наполнитель, да, где они бегают в своей клеточке. Ой, красавец. А это этим фотографировала кота, но молчала. А джунгариком меняем каждые 2 недели. Наполнитель в клеточке. А ему через день, через 2. Так. На 3 пойдешь. О, селку попугай. Хорошо на улице, да? Котейка. А, котейка? Что там, птички? Птички поют, тепло, так хорошо, солнце. Тихо, никого еще нет, 8 час. И никого нету, и так хорошо. А там с дома вон, может, видать, с крыши вон там. А, где там крыша? Вон там капает. Такое чувство, как будто был снег на крыше. Я не знаю, что там капает. Дождик был. Угу. И капает, как будто там снег был. И пришла весна, и капает с крыши. Вот там вот. Нет, немножечко. И птички летают, солнышко, птички поют еще. Такое чувство, как будто весна начинается, а не осень идет. У нас бабье лето началось, да? Ау-ау, птички говорят, да, когда летают чайки. Ау-ау, говорят, да. Ну, они говорят. Вот, так что погода хорошая, 15 градусов до 7 ноября будет. Погода хорошая, поздняя у нас бабье лето. Вода у нас знакомые, брогеры купаются, а папа где? На море. Вода у нас 14-15 градусов. А обычно она летом где? Как 23. На работе папа пошел уже, на работу мы уже махали. Ой, кот! Кот, да. И вот они купаются, они закаленные, 14-15. Они купаются, молодцы. Они из Зеленоградска, а ездит еще в Светлогорск. Не надо его ловить, ну зачем? Пускай походит, он не убежит, пускай. А что ты же плачешь? Пускай погуляет. Ты же гуляешь на улице, он тоже хочет гулять. На улице? Пускай погуляет. Нет, на окошке, на улицу ему не надо. Вот это же тоже улица на окошке. Ну, здесь, на этом. И вот киса наша гуляет. Там тряпочки мы сушим, он тряпочки. Не упадет, если ты его толкать не будешь, он не упадет, да, кися? Не упадет. Я хочу взять. Кого? Кису? Там тряпочки у нас сушатся, мы пол моем, и чтобы посушить, ну не в ванной желательно, как бы вот здесь можно лучше, чтобы не проветривались. Да не убежит он, не убежит твой котенок. Уйди, он спрыгнет. Иди сюда. Давай, иди сюда, все. Закрываем окошко, а то Тёма весь теперь изноется, мой котенок. Ну и уже и проветрилось. Уже 5 минут прошло, а на улице как-никак все-таки 14-15. Такой ветерок взрыва прохладненький. Этого достаточно для проветривания.
Так вот, я смотрю, говорю, на знакомых, которые сами Зеленоградск, Зеленоградске моют, купаются, да, на море, 14-15 градусов еще воды. И мне прям аж хочется, они в Светлогорск ездят, всегда снимают видео, как заходят, волна вот большая даже была на днях 6-5, и все равно зашли, искупнулись, как бы, да, ну, зашли водичку и вышли. Молодцы. Мне аж даже хочется, как бы, ну, мне вода, когда 23-24 в Калининграде, да, вот, то есть, как бы, ну, летом немножко тяжело заходить, да, потому что я не закаленная. А тут я, ну, хочется, но холодно, конечно, для моего организма, а что так резко будет тяжеловато. Тучка вот, солнышко закрыло, тучка. Вчера вечером и ночью дождь немножко шел. А сейчас солнышко все высушит уже, он там маленький есть. Вот, так что вот это дерево желтеть стало, да. Сирень еще зеленая, сливка еще зеленая, трава под окошком зеленая. Ну, почти вообще все зеленое, только вот чуть-чуть там впереди желто-красненькая, да, и здесь желтая. Сейчас девчонки встанут, позавтракают, да. Они уберутся. Да, топор так наделали, уберутся, приберутся. Будем играться, потом пойдем на площадку, давно не гуляли. Ну, как давно там. После садика часто домой идем, по выходным в основном только гуляем на площадке. Кот напал. Кот сказал первый. Тузик, давай поиграем, да? И давай играться. И Артем бесится, да? Бывает Тузик, ему говорит, давай поиграем. А тут кот его лапает. Тузик, давай поиграем. Котята, собачата. Хомячата. Второй канал буду открывать. Котята, собачата, хомячата. Называться будет. Где играют наши звери. Где... бегают хомячата наши, да, хомячата. Убираем, убираем. О, что, читаем? Читаем, вон сколько книжек принесли, и читаем. А, какая нет книжечка, да? Шапочку можно положить, перешить надо шапочку. А то я ее покупала в Гозе, эту шапку, здесь подшивала, она была большая, сейчас ее расшить надо, шапочку. Вот, песенка крокодила Гены, да? Да. Бегут неуклюже, да, такая пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой, и неважно, тот день не похож. Ну, я веселый такой, да? А я играю. Ну, вот эта песенка. Мышки, а это мышка в шляпе. Позже набегу. Только раз в году. К сожалению, день рождения. Только раз в году, да? Вот это книжка. А это что? Это у нас книжка какая? Петушок, золотой гребешок. Давай, спасибо. Давай почитаем. Золотой гребешок. Давай почитаем. Большая. Вот эту книжку будем читать. Ну, давай почитаем. Давай откроем сначала ее. И на камеру. И на камеру. Показать на камеру. Давай я покажу. Давай, вот, книжка, давай, на. Давай. Ой, как он любит сниматься. Ну садись. Ну и что, они будут читать? Зрители наши? Или мне тебе читать книжку «Золотой петушок»? Зрители. Зрители пускай читают. Да? Значит, маме ты жалеешь книжечку. А зрителям, значит, чтобы почитать, не жалеешь, нет? Жалею. Жалеешь? А что думаешь почитать тогда? Читайте, да? Я у него спросила, говорю, дай книжечку. Он, это мое. И сколько всяких книжек, да? И за Лаюшка, и Избуша. Что у нас там? Что это? Кошкин дом. Да? Я вам подскажу.
Давай, что у нас там? Буратино, да, ну, где-то? Пиноккио. Пиноккио, Буратино, вот такие книжечки. Это у нас много книжечек, которые мы любим читать. Это что? Это другие книжечки. Это вот сзади еще другие книжечки, которые можно заказать по почте. Типа Пумба, Бэмби, Винни-Пу, Золушка, книга Джунглей. Это кто? Вот. Это Король и Лев. Это кто? Это про джунгли. Это Золушка, Винни-Пу. Можно заказать еще этой серии. Это кто? Это, не знаю, что-то сказка про собачки каких-то. А это кто? Вот. Это Золушка. А это? Винни-Пу, Золушка, собачки, Король Лев. И это кто? Книга джунглей. А Золушка, принц и принцесса. Золушка. А это кто? А это Винни-Пух, Мишка и Пятачок. Есть такой мультик интересный. А еще у нас много, это еще только одна. Четвертая часть наших книжек, которую он принес. Там еще столько книжек всяких. И на полке, и в тумбочках всякие. Ну, которые с музыкой у нас всякие книжечки. Давай покажи, что там. Что-то написано. Волк и коза. Например, козляты, репка у нас есть. И стишки, и Агния Барто. Большая вот такая толстая книга, где мы учили Мишка Косолапый. И там вот как бы еще очень всякие. Вот. А это вот еще вот гуси-гуси, га-га-га. Это вот. Это мы брали с рук, ну, кто-то отдавал уже, почитали, а я взяла, почему бы не взять. Все-таки это детские же книжки, которые сейчас вот идут в развитие, да, на четвертый год. Я хочу тебе. Куда? На шею не хочешь? Куда ты садишься? Я хочу туда. Ну, что это такое? Это Кошкин дом, мы читали его с тобой. Как всегда, все раскидали здесь, и вот что это такое? Ну, мы вместе будем собирать. Вместе. Он сначала раскидает, принесет, а потом вместе все мы собираем, и он уже положит на место. Да, Артемушка? Мы сейчас посмотрим, поиграем, потом сложим, да? Нам четвертый год, мы и то, нам 3,5. И мы... 3,6 уже вот исполнилось. И мы убираем. А вот Лиля у нас 11 лет. Только пачкает, а убирает с нее мама. Так, Лилечка, неужели тебе не стоит такой красивой, хорошей девочки? Трудно убраться, да, за собой. То есть убрать вещи, не кинуть, когда пришла, сложить, повесить. Школьное, там, домашнее. Вот Тёмочка теперь складывает. Ходит, вот молодец. Убирает и складывает. Вот видите, ровно 3,5. Ну, конечно, не так ровно, как хотелось бы, как складываю я потом, ну, поправляю. Ну, поправить-то проще. Самое главное, что ребенок поиграл, убирает. В садике их учат, поиграли. Когда мама приходит, убирает свои игрушечки, идем гулять там, да, и идем к маме, если же вам пришли. Вот. А как же? Или 11 лет, она у нас к этому была так сбалована, не приучена убирать за собой. Это очень плохо сейчас. Потом ездить будет сложнее. Это моя вина, да. Соглашусь. Ну, что есть. Заправила, почти уже все расправилась. Повалялись. Складывайся. Телевизор работает. Так, передача. Мультики закончились. На карусели. И передача началась. У нас еще два канала мультиков. Это СТС Лайт и Дисней. Вот. Во что сейчас будем? Книжечки сложили. Во что будем играть, Артем? Упали. Ну, еще раз попробуй сложить. Первый раз не получилось, второй раз обязательно получится. Вот, видишь? Давай, вот эти вот. Давай. Давай. Давай, шапочку надо уже теплую зимнюю переделать, порешить. А что будем играть теперь? Вот и
ладушки, ладушки, где были у ладушки? Что, ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что ели? Кашку. Что пили? Простоквашку. Нет, подожди, тут же убью. Молодец, все сложил. Ну, сейчас найдем что-нибудь еще, будем во что играть, да? Да. Что? Мячик, шарик, во что? Робота-пистолета. Робота-пистолета? Нет. Ну, а что? Посмотрим классики. Телевизор мультики, а? Еще классики. А, будем разукрашивать? Красками? Ну хорошо, тогда я пойду налью ему водички. Принесу водичку, там кисточку, краски. Альбомчик будем разукрашивать вместе, да? Нет, вдвоем. Ну вдвоем вместе. Все, пошла за водичкой. Пя-пя-пя. Красиво, где мы разукрашивали. Красиво только что. У нас возле батареи нету обоев. Так смотрится. Работаем на стенках. А вот как ты красиво. Ты красиво очень разукрашиваешь, да. Смотри, точки. Очень красиво. Точки, точки, точки. На столе, как всегда, точки, мама уберется. Точки, а у нас тут все. Пульки. И детина. Шарики на бортом. Милочка. Наши вкусняшки. Вафельку, которую мы не доели, да. Зелка с водой. Такая-такая, муж такой пьет, и с такой. Еще, ну, уже как бы с кружки мы давно пьем, как бы, ну, нам все равно надо немножко с такой попить бутылки, с такой, и с кружки. Сейчас помоем. Угу. Батареи нету обоев, некрасиво. У нас включили отопление, но батарея, питная вода, то есть они... Не ледяные, не холодные, но и еле-еле-еле-еле прям дошутили теплые. Но не холодно, потому что сейчас, как бы, может быть, так и топят. Включили, было очень холодно же, да. 5 числа, да? До 7 было. 5 включили у нас октября отопление. Но еле-еле, прям совсем, ну, еле-еле. Оно, можно сказать, даже руку не то, что не теплая, но как питная вода обычная там, да? Вот, и 7 потеплело. И как-то вот просто поддерживают так, что они не холодные и все, но они не теплые. Так что, вот так. Все просто просили включить пораньше, мы же не знали, что будет тепло. А как включили, топить как бы сильно не стали, потому что потеплело до 14-15 градусов, было до 9 утром. 10, а ночью было 6-7. А сейчас до, днем до 14-15, а ночью до 9, как было днем. Вот. Все включили, но так сильно не топят. Это для того, наверное, чтобы как бы, ну, меньше начислять за отопление, да? Если ты меньше топишь, меньше приходит за отопление. Потому что сейчас тепло. Ну, ночью тепло, да. Я еще говорю, несколько раз проветриваю. Воздух такой чуть-чуть с утра морозный, такой осенний, а потом нормально, так хорошо. Тепло. 14-15, это еще нормально, хоть мы в куртках ходим. Если ветра нет, вообще чувствуется как 17 градусов. Если ветерок есть, то тогда чувствуется как 12-13. Хладненько. Но сегодня, мы говорю, солнечно, ветра нету. И хорошо. Так что, говорю, мы еще сегодня гулять пойдем. Чуть-чуть попозже. Так. И завтра мы поедем к педиатру, потому что мы сильно сопливим, кашляем. Слышали, наверное, тут, когда книжки там с Тузиком он играл. Ну, когда Тузик с котом играли в комнате, он кашлял. Бегал. Кофточку, колготки мы одели с носочками. Кофточку одела, он сказал, не хочу. Ну, не хочешь. Ну, как бы, ну, тепло, ладно. Ну, вроде бы ручки теплые. Фиг теплый, нормально, ну хорошо. А что ты рисовал, Артемушка? Расскажи, что ты рисовал. А что это, сыночек? Татошки. Татошники такие. Красивые, разноцветные дожди. Ой, как красиво. Жалко, что у нас вот в понедельник, в среду. А, это не дождик, а это что? А это стучка.
Завтра пойдем на больничный, у нас понедельник, среда и пятница, кружок веселый карандаш. И если даже его пропускаем, платить мы все равно платим за него. То есть, ну, пропустили, это ваши проблемы. Все равно мы 1008 рублей платим за него. Плюс за садик еще 2300 мы платим. Так. Что? Бумажечка, да? Это что написано? Ничего там не написано. Пустая бумажка. Где там что написано? Хэллоуин. Хэллоуин? Какой Хэллоуин? Ничего, тут беленькая бумажечка. Где ты видишь, что здесь что-то написано было? Это Хэллоуин написано. Будешь еще? Ну, так. Поднимай. Зачем ты кинул? Подними, пожалуйста. Ну тогда подними, пожалуйста, и выкинь, если ее надо выкинуть. Давай, поднимай. Зачем ты пачкаешь? Я только тебя хвалила, что ты такой хороший мальчик. Давай. Давай, маме мама выкинет. Ты это знаешь, куда сам выкинуть. Если она тебе не нужна. Еще рисовать будем? Да? Переворачивай, аккуратно, не пачкайся. Будешь еще рисовать? Переворачивай. Или будем закрывать? Да, другой листик вот открывай, рисуй. А сейчас что будем рисовать, Артём? А ты сможешь его нарисовать на голову? А я не знаю как. Попробуй сам нарисовать. Попробуй сам нарисовать. Помочь чуть-чуть. Нарисовать, а ты разукрасишь, да? Нет, я хочу подождать. Так я же не буду, я тоже не умею рисовать на голову. Давай что-нибудь другое нарисуем. Собачку там или кошечку. Давай синдром. Ну давай попробуй, как будем рисовать. Как? И что? Я же не знаю, как он рисует. Там, там палка какая-то. Потом здесь какой-то вот так вот у него, да? Вот так что-то там у него голова какая-то вот такая непонятная. Непонятная? Да, сирена. Потом такие руки у него. А давай... У меня какой-то инопланетянин получается, а не сиреноголовый. На. А теперь ты что-нибудь дорисуешь, что там? Я не умею рисовать сирены. Я уже забыла, мы давно мультик смотрели «Сиреноголовый», я не помню, как он рисуется. У мамы получился какой-то инопланетянин. А где получается? Вот эти желейки. Желейки получаются. Ой, вот так вот надо. Так рисуй, рисуй желейки. Желтые. Ты же взял рисовать, вот и рисуй. Давай. А желтый. Хорошо, рисуй. Нам еще и завтра, послезавтра, говорю, завтра мы съездим к педиатру на Громова, я говорю. Нам пишут таблетки, купим, будем лечиться, капельки закапывать, вливание делать от кашля. Вот. А у меня потер руки. Ой, у тебя тоже красиво получилось. Это что? Нам еще рисовать, играть каждый день. Это кто на блюдчном? Не знаю. Ты же рисовал. Вот, красиво. Это неделю будем сидеть, да. И вот ничего не будет. Надо полностью просто вылечиться. Мы у нас чуть-чуть позакапываем, идем. Опять у нас насморк, кашель, насморк. Мы 2-3 дня полечимся, да. Надо уже полностью недельку посидим. Да, ой, как красиво, паутинка. Полностью недельку посидим, уже вылечимся. И на следующей неделе пойдем в садик. Вот. Красиво. Красиво. А где солнце? Вот. Обычно. Чистое. Вот чистое. Чистое. А здесь что будем рисовать? Ну, рисуй. Считает, в прятки играет. Вы в прятки играете? Два, пять, двадцать, тридцать. Поняли? Пять, двадцать. Что, все? Нет? Все, ищи. Пришел туда, в ту комнату. Я вот это найдет, иди ко мне быстрей. Она в этой комнате. Где ты их? Ищи, где они?
Ну-ка, в этой, может, комнате смотри. Нет. Нету? А ты хорошо посмотрел? А под кроватью где? Где? Под кроватью, может быть, где-то. За стульчиком, а? Тём! Побежал туда искать их. Ну, может, где-то здесь под стульчиком, под столом, смотрите. Нет, они тут. Вот они. Кто там? Ну, где? Там, да? Скажи это сама. Я тебя вижу, скажи. Ку-ку, таки-таки, скажи. А Лиля, Лиля где? А там где? Под стульчиками, под это самое. Вон, за этим посмотри, за этим. А, уа! Нашел, молодец! Где Лиля? Ку-ку! Девчонки прячутся, Тёма считает. 2, 4. Закрывай глазки. Считай, ну считай, считай еще. 4. Все, давай. Да, все. Давай. Посмотри, может, она опять там, на этом, нет? Да. Алия, что, видел, что? Алия! А, нашел! Ну, немножко, ну да, ну, даже не закрыл. А Зарина где? Давай вместе искать. Давай, давай вместе искать. А где? Кто кричал? Ну, в комнате в этой ищи. В этой комнате, она же говорила. В этой, ты же ее голос слышал. В этой комнате. Поднимайся. Поднимайся. Инки, до нее дотронься. Иди. А ты, он так упадет, наверное, нет? Помоги. Нет, иди дотронься до нее. Я тебя нашел. Наверное, я не знаю, теперь вы вдвоем ищете его. Я знаю, где он спрятался, по-любому, в моей комнате. Где? Ух ты, где он спрятался? Догадался же, что надо туда спрятаться, да? Я знала это место его. Ну, могла бы сказать, поискать, сказать, что не знаю, где же Тёма, где же Тёма? 2, 4, 5, 8 и 2. И где они? Не знаю. В туалете. В туалете? Открывай, если смотри. Они там. Эй, ку-ку, они в ванной спрятались.